Всем привет, друзья! Мы в Алании, район Оба, 10 апреля, 7 часов вечера. Сейчас скоро будет темнеть. Как вы видите, стоят лужи и дождь идет на самом деле уже, можно сказать, целые сутки. То есть он то заканчивается, то снова начинается. Ну, не могу сказать, что прям сильно холодно. Иду я в футболке и в расстегнутой кожаной куртке. В принципе, нормально, как бы. Ну, к морю я еще не дошел, единственное. Вот. И хочу сказать по поводу курса лиры. Лира просела сегодня, вот насколько я видел, сегодня максимальный просевший курс. То есть по гривнам, если я сужу, у меня было 5.10, 5.15 средний курс все 3 месяца практически. Сегодня она 4.80. Еще вчера она была 4.88, 4.87. И я сделал сегодня большую покупку. Обзор покажу вам на 135 лир. Может быть, либо завтра, либо сразу после этого видео выйдет обзор, и вы посмотрите. Цены в магазинах пока не поднялись, но меня немножко испугало то, что в магазине много было пустых полок и достаточно много людей было. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, люди готовятся к тому, что все подорожает. Вот, помидоры ВАЗ-101 исчезли по 4,95 и лежат уже даже гнилые. Там многие были. И помидоры по 7,50. Вот такая вот ситуация тревожная. Ну, а на небе, вы видите, все в тучах. Сейчас я поеду в сторону Клеопатры. Если что-то там интересное будет, то покажу вам. Если нет, то, в принципе, показывать особо как бы нечего. Апельсинки пахнут просто здорово. Вот такая вот сегодня у нас погодка. Всем привет из Алании. Увидимся, пока.